В новую жизнь. Благовещенский готовится к переезду 3,5 сотни жителей ветхого и аварийного жилья. Врач отдыхает. Новое оборудование медакадемии самостоятельно диагностирует сердечные сбои пациентов. Спорта много не бывает. Городской корреспондент изучил распорядок дня тренера по ЛФК. Обо всем этом расскажем сегодня. Здравствуйте! Вы смотрите новости города. В студии работает Мария Селезнева. И к первой теме. Молодую жительницу Благовещенска, которую 5 дней искали родственники, а затем и полицейские с волонтерами, нашли. Живой, невредимой, но нетрезвой. По крайней мере, так показалось прохожим, которые женщину узнали и позвонили родне. Напомню, горожанка пропала 5 августа. Она ушла вечером с работы, но домой не вернулась. На связь мать 2 детей не выходила. Где она пропадала 5 суток, неизвестно. Однако интересный факт. Нашли молодую женщину аккурат в ее день рождения. 10 августа Благовещенке исполнился 31 год. 350 благовещенцев со дня на день отпразднуют новоселье. Сегодня ключи от новеньких квартир получили 50% из них. В рамках программы переселения горожане сменят старые бараки на новостройку. Насколько комфортабельна многоэтажка на Пушкина 100, оценили власти и наш корреспондент. Музыкальная пауза лишь оттеняет торжество момента. Заветные ключи во двор на Пушкина 100 пришли получить 50% человек. Уже через миг станут собственниками квартир в новенькой светлой 14-этажке. До этого были жителями старых бараков. Берегите этот дом. Лифтовое хозяйство у вас здесь есть. Площадка, цветочки появятся. Просто живите счастливо. То есть сложно. Ну, все получается потихонечку. Самое главное, что вот сегодня в этот дом переедет 350 человек, которые живут в бараках. С новосельем вас. На 1 января 2012 года в городе было 56 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это вот бараки и все остальное. На сегодняшний день мы 65% расселили в нормальное, достойное жилье. Поэтому не говорить об этом невозможно. Квартиры новостройки на Пушкина 100 сегодня получили 11 семей. Новоселам вручили по чайному сервизу. Красную праздничную ленту вместе с губернатором разрезали самые маленькие жильцы. На Пушкина 100 переселенцы из ветхого и аварийного жилья получили 140 квартир. Из бюджета всех уровней на это потратили 255,5 миллионов рублей. Светло, тепло и мухи не кусают. Да? Шикарно просто. Свои двухкомнатные хоромы Антонина Ивановна с внучкой ждали 3 года. До этого пенсионерка 40 лет жила в бараке на Театральной. Прежние условия с новыми не сравнить. Из неполных 48 квадратов переехала в 55,5. Кухня просторная, электроплита, санузел. В общем, все коммунальные блага есть. Теперь ни угля не надо, ни дров не надо, ни воды. Все в квартире. Пришел с работы. Все, и водичка, и все. Квартира очень хорошая, вот светлая. По строительству она качественно сделана. В собственность жильцы вступят уже 1 сентября, а заезжать можно хоть сегодня. Осталось лишь создать уют. Кристина Каширина, Андрей Белый, программа «Город». С понедельника благовещенцы смогут поставить прививку от гриппа. Сезонная кампания стартует 14 августа по всей области. Правда, пока только для взрослых. В регион поступила первая партия вакцины «Сови-грипп» в количестве 114 тысяч доз. И это примерно половина от необходимого объема. Вторую часть, а также детскую партию ждут в 20-х числах месяца. В первую очередь поставить прививку необходимо детям, школьникам и дошкольникам, а также студентам, работникам медицинских и образовательных учреждений и пенсионерам. Они в группе риска. За дозой защиты от вируса обращаться нужно в поликлинику по месту жительства. Сделать укол стоит заранее. Иммунитет, напоминают медики, вырабатывается в течение 1-2 недель. Продолжаем выпуск. Что важнее для туристов – дешевые билеты или хорошие гостиницы, туры по заповедникам или этнические фестивали? Сделать выбор предлагают жителям Преамурья. Минвостокразвитие запустило на своем сайте новый опрос.
Его цель – выяснить, что может дать конкретный толчок развитию туризма на Дальнем Востоке. Респондентам предложено 6 вопросов. К примеру, выбрать самый привлекательный для путешествия регион. Таковым участники, а свои голоса на сайте оставили уже 80 человек, назвали Приморский край. На втором месте – Камчатка, на третьем – Амурская область. Высказать свое мнение благовещенцы могут до конца августа. Уникальное оборудование поступило в Амурскую медакадемию. Аналогов ему в Приамурье нет. Американский сканер считывает информацию о состоянии пациентов с кардиостимуляторами. Для мониторинга своего здоровья им больше не нужно посещать врача. Что об этом думают сами медики и чем они еще могут похвалиться, разузнал наш корреспондент. Аритмию и ишемию устройство размером с компьютерную мышь распознает с легкостью. Стоит на пару минут приложить антенну к груди. 76-летний Николай Иннокентич одним из первых опробовал Kia Link-Express. Аппаратом пенсионер остался доволен. Хоть и живет с кардиостимулятором всего год, знания есть. В своей первой жизни я был врачом и лечил кардиологических больных. Сейчас я постоянный пациент нашей кардиохирургической клиники. Я к инновациям отношусь очень положительно, но если эти инновации достаточно аргументированные, апробированные и уже имеются какие-то клинические наработки. Kia Link-Express уже 5 лет как стоит чуть ли не во всех клиниках Америки. В холлах. Стационарным сканером на металлической стойке пациенты могут пользоваться сами. Показания, что он снимает ритм и частоту сердцебиения, поступают на компьютер врача. Аппарат медакадемии производитель презентовал бесплатно, так что из пациентов за пользование им не возьмут ни рубля. Анализ работы кардиостимулятора у врача стоит 800 целковых. Если мы говорим о перспективе, то такие стойки вам будут стоять везде по области. То есть это, ну, примерно в крупных и отдаленных городах, допустим, Тазия, Тында. То есть вот такие города, куда, ну, трудно достаточно доехать. Тем более есть пациенты, которые не обеспечены, так скажем, с финансовой стороны. И доехать к нам при каком-то там патологическом событии, когда человек чувствует, что что-то не то, просто не представляется возможным. Спрос будет, уверены медики. За 500 лет в клинике АГМА кардиостимуляторы установили 200 людей. Всего же в кардиоцентре ежегодно лечат больше 2000 человек. Сотни операций приходится на ишемию. 20 лет назад на хирургический стол местной клиники попадало не больше 2 таких больных в месяц. Теперь оперируют 5 каждую неделю. Мастерство врачи отточили. Технически сложно. Это микрохирургическая операция. Вот операция с использованием аппарата искусственного кровообращения. Сложность может подстерегать нас на любом этапе. А со дня на день благовещенские хирурги научатся замораживать сердца методом крио. Введенный в пищевод катетер охладит сердечные мышцы и избавит их от аритмии. Желающие испытать малоинвазивное лечение уже нашлись. Кристина Каширина, Дмитрий Тарасов, программа «Город». Амурчан, которым требуется лечение в клиниках федеральных, приглашают в приемную Дмитрия Медведева. Сотрудники областного Минздрава и фонда медицинского страхования расскажут, как получить высокотехнологичную помощь. Специалисты готовы ответить на любые вопросы. От процедуры оформления квоты на лечение в западных регионах страны до оплаты проезда. Тематический прием состоится 16 августа, начало в 15:00. Однако желающим воспользоваться бесплатной консультацией стоит записаться заранее. Звонки принимают по телефонам, которые на экране. 45 тысяч благовещенцев завтра отметят свой профессиональный праздник. Это тренеры, учителя физкультуры, спортсмены и просто приверженцы активного и здорового образа жизни. Поздравления с грядущим днем физкультурника лучшие из них по традиции принимать начали сегодня. Благодарственные письма из рук губернатора получили победители российских и международных первенств и чемпионатов. Их с каждым годом в Приамурье становится больше, равно как и возможностей для занятий спортом. В прошлом году компания «Русгидро» в Новобурейске построила каток. В «Прогрессе» мы построили футбольное поле, восстановили каток в Райчихинске, построили бассейн в Свободном. В этом году мы будем строить 8 школьных стадионов. 7 спортивных площадок в области, и в результате переговоров в Питере мы договорились с компанией «Газпром», что построим еще 2 ФОКа. Один из физкультурно-оздоровительных комплексов возведут в Благовещенске. Он станет домом для ушуистов и представителей других боевых искусств.
Герой нашего следующего сюжета звание физкультурника может носить по праву. Благовещенец Эдуард Якименко ежедневно по 2 часа занимается спортом сам и в течение 10 тренирует других, как специалист по ЛФК и папа. Наш корреспондент попытался составить график спортивных занятий одного дня активной семьи. Ну что, Илья, погнали? Марш-бросок на велосипеде – вот с чего должно начинаться утро. Эдуард Якименко в это верит твердо. В иные летние дни велопрогулку заменяет пробежка. Зарядка по зиме. Зато кофе можно не пить. Если позанимались утром, побегали, это заряд бодрости получили на весь день. И день проходит по-другому, в другом темпе, ты больше успеваешь. Поэтому без утренней зарядки, без утренней пробежки или какой-то физической активности я уже не представляю свой день. 2,5 километра от дома до стадиона «Юность» с ветерком. И это только разминка. Сын физкультурника – фанат Роналду. Уж 3-й год слава известного футболиста не дает Илье долго поспать, как и усилия родного отца, что ставит наследника на путь спорта. Сонно, и спать очень хочется, и не хочется бегать. Умываюсь, чищу зубы, и потом уже все, просыпаюсь. Ранние подъемы и упорные труды даром не проходят. Илья тренируется в составе команды «Звезда». В сентябре полузащитник с товарищами поедет на всероссийский турнир в Анапу. Так что в жизни у него сразу 2 тренера. Часовой перерыв на работу, и вот уже тренировать дочку пора. И ей папа-физкультурник поблажек не дает. Испытывает тренажеры на прочность Лера 3 раза в неделю. На совесть. Артистизм и подготовка дают о себе знать. Спорт подарил Лере ладную фигуру и море впечатлений. С современными танцами девушка объехала весь Китай. Прервала карьеру на время, чтобы хорошо закончить школу. В какой вуз пойдет, решит сама. Но у папы совета спросит. Папа, в первую очередь, лично для меня, это любимый, лучший и близкий мне человек. Конечно же, друг, к которому я могу обратиться в любой ситуации, который поможет советом. Он добрый, конечно, дома веселый, мы можем и посмеяться, и пошутить. Ну и, конечно же, он справедливый, может сказать, то не надо делать, это лучше, тоже не стоит делать. Но за этого мы его любим, за то, что он честный с нами, любимый и самый-самый лучший. С наследниками так вышло, честный папа управляется один. И насколько это трудно, говорить не любит, тем и заслужил уважение семьи, знакомых и Оксаны Коростеленко, Андрея Белого и программы «Город». Благовещенские подростки устроят полномасштабные бои в оранжевом мяче. В этом году организаторы баскетбольного турнира впервые ввели возрастные категории 14 и 15-16 лет. Перемешивать со взрослыми, как раньше, юных баскетболистов не будут. Для них пройдут отдельные мини-турниры. Как готовят к состязаниям взрослых спортсменов и сам стадион «Юность» сейчас расскажем. Черепашек-ниндзя повязки с вырезами для глаз. У баскетбольной команды БГПУ такие очки. Не моды ради. Для обучения дриблингу. Искусству слепого ведения мяча. Без очков мяч вести баскетболисткам, конечно, проще. Да и капитан подскажет, куда бежать в случае чего. Анна Крашко разводит игроков по полю уже 5 лет. Всего баскетболу отдала больше 10. Участвовала в сотне соревнований. Прошлогодние помнит лучше всего. Мы выиграли команду Хабаровска. И причем там был очень интересный бой, потому что мы остались в меньшинстве, то есть девочки сели за фолы, и у нас осталось буквально 3 игрока на площадке, больше некого было выпустить, остальные тоже сидели за фолы. А команда Хабаровска играла в полном составе, и итог матча решился в нашу пользу, потому что мы отдались и отсражались до последнего. Сражаться до последнего девчонки будут уже в эту субботу в рамках оранжевого мяча. В прошлом году БГПУ выдвинул 2 команды. Одна забрала кубок. В этом тренирует целых 3. Самый сильный соперник – Дальгау. Всего же на выбывание сыграет не меньше 50 команд. Спортсмены приедут даже из районов. Здесь у нас в случае хорошей погоды 5 площадок работают, мы их огораживаем.
Вместо 4, что были в прошлом году, это позволит ускорить процесс игры. 2 мобильным баскетбольным кольцам составят компанию еще 3. Их установят перед началом состязаний и сразу пронумеруют. Мы определяли, куда повешать нумерацию, либо на само кольцо, либо под кольцо. Поэтому приняли решение повесить под кольцо, чтобы в случае, если вдруг ее сорвет, можно было как можно быстрее прикрепить ее на место. На площадке одновременно будут играть 10 команд. Возле каждого баскетбольного кольца встанут минимум 2 членов жюри. Вести счет помогут волонтеры. Честную схватку горожанам обещают. Юлия Анохина, Андрей Белый, программа «Город». Благовещенская ребятня на этих выходных бесплатно посмотрит мультики в библиотеке. Для взрослых устроят киносеанс под открытым небом. Грядущие выходные сулят немало развлечений. Подробнее о них прямо сейчас. В 10 утра в субботу стартует оранжевый мяч. Любителям уличного баскетбола стоит прийти на стадион «Юность». В то же время в библиотеке имени Чехова устроят мультпросмотр. Ждут маленьких зрителей. В горпарке в полдень начнутся городские соревнования по пляжному волейболу. На набережной в 6 вечера рукодельницы представят свои поделки. Можно полюбоваться и купить. А вечером в 8 часов горожан приглашают на фестиваль уличного кино. В сквере АОДНТ покажут сразу 6 короткометражек. Воскресенье будет таким же насыщенным. Автолюбители зазывают на автодром, что на Промышленной 6. В 11 часов утра там стартует чемпионат города «Мы за безопасность на дорогах 2017». Развлекательная программа для детей пройдет в городском парке в 12 часов. В 6 вечера на набережной снова раскинется аллея мастеров. Часом позже там даст концерт вокальный ансамбль «Амурская Русь». Приходите послушать. Благовещенцам предлагают посетить психоделический сад. Выставка под одноименным названием открылась в подвале Краеведческого музея. Неформальную экспозицию составили работы 25 художников-любителей. Горожане могут оценить изображения растений и грибов, цветочные композиции, деревянные статуэтки и картины, что на первый взгляд никак не связаны с заявленной тематикой, но оставляют простор для полета фантазии. Еще один необычный экспонат – инсталляция фигурок животных из металла. Автор назвал ее «Превращение мягких игрушек». Строгих требований к работам организаторы не предъявляли. Хорошее, броское название, запоминается сад. Мы решили не искать эпитет, а назвать просто сад. Именно, чтобы представить все разнообразие трактовок этой темы. То есть это может быть и райский сад для одних, для других библейский сад, для других сад «Тысячи одной ночи». В первый день работы выставку посетило 40 горожан. Сад будет работать до конца августа. Затем его сменит «Эрос» и «Танатос». Творческие неформалы уже начали готовиться к этой экспозиции. Сразу 100 благовещенцев с ограничениями по здоровью сегодня веселилась в горпарке. По традиции, на день отдыха инвалидов там провели концерт, выставку даров огорода и поделок из них. Праздничные гуляния начались в 11 часов. Пришедших поздравили городские власти. Для них выступил ансамбль русской песни «Родные просторы». Участники праздника похвастались своими поделками, сыграли в шахматы и, конечно же, нашли, что обсудить. Главное наша организация – это общение друг с другом. Они же вот так не часто встречаются. А здесь, в городском парке, они друг друга видят. Они и потанцуют. Развлекательная программа будет для них. Аттракционы будут. На этом у меня все. Я желаю вам отличных выходных. До встречи в эфире.